Горняк Алишер Мирзаев, которому удалось чудом спастись из затопленного рудника «Мир» в Якутии, сегодня рассказал, что с ним происходило под землей. Почти сутки он искал пути к спасению, прежде чем его вывели на поверхность. Шахтер вспоминает, как ему пришлось барахтаться в ледяной грязной воде, рухнувшей на него как глыба, а затем искать пути наверх, когда вода немного спала. Вода хоть и стихла, но шла сверху вниз на меня. Пришлось подниматься, идти вверх. Воды по грудь. Холодная, соленая, грязная. И препятствия были всякие. Было все загромождено, все это приплыло отсюда. Трубы, доски, колеса. Весь мусор. И поднимался с раненой ногой. Тяжело было, конечно. А что делать, жить надо. В общем, дошел до клетевого ствола. Там уже как бы воды. Весь приток был в мою сторону. Тоже низина была. Уклон 410. Благо, что телефон зазвенел. Услышал, что телефон. Значит, связь есть. Меня это обрадовало очень. К выписке сейчас готовятся еще два человека, которым повезло чуть больше. Их удалось спасти практически сразу после трагедии. Горняки вспоминают, как пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы не утонуть. Там люди вообще в шоке были. Там один человек был вообще в шоке, был конкретно. Он вообще ничего не говорил. Уже вода там тоже держался. Ну, я, как сказать, я мог думать, ну, как-то держал себя, держался, и поэтому я, наверное, выжил за это. Конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь, как бы, все, что. Но потом, когда я его увидел, обрадовался, что есть, оказывается, живые люди. Вот, мы друг друга поддержали, как бы, все. 4 августа на алмазном руднике «Мир» в Якутии произошел неконтролируемый прорыв воды в горные выработки. Всего в шахту попало около 250 тысяч кубометров. В тот момент под землей находился 151 человек. 8 из них все еще не найдены. Пошли уже третьи сутки поисков. Сегодня на руднике начали работу промышленные альпинисты. Они простукивают вентиляционные скважины в надежде услышать ответ. Сейчас в месте, где могут находиться четверо шахтеров, проводят отгрузку массопорода.